что такое Новый год? Новый год все-таки это время ожидания, ожидания сказки, каких-то перемен в лучшую сторону, естественно. Поэтому останусь королем банальности и просто хочу сказать, что я бы пожелал всем в первую очередь здоровья, семейного благополучия, конечно, успехов в работе, конечно, светлого года, чтобы все передряги и невзгоды обходили вас и вашей семьи стороной и вообще желательно никому не приближались. И, конечно, в мире напряженное, хочу пожелать, чтобы ни у кого в доме и на улице не было войны.